Дельфиненок Тёмик. Китенок. Что это было? Землетрясение? Здравствуйте, тетя Кит. Вы чем-то обеспокоены? Что у вас случилось? Дело в том, что я потеряла китенка. Я слышу его, но не могу найти. Ты можешь поискать его? Да, конечно, тетя Кит. Я обязательно найду его. Ждите. Где же он может быть? Скорее. Сюда. На помощь. Вот ты где, друг. Как ты сюда попал? Я плыл за красивой рыбкой, хотел разглядеть ее. А потом вход в пещеру завалило камнями, так я здесь оказался. Теперь не знаю, как выбраться. Мне страшно. Не переживай, китенок. Я придумаю, как тебя освободить. Подожди немного. Нет, один я точно не справлюсь. Нужна помощь друзей. Привет, ребята. Китенок в пещере, а вход завалило камнями. Надо их сдвинуть. Поможете? Конечно, Тёмик. Мы вызволим китенка. Показывай путь. Вот эта пещера. Китенок внутри. Надо отодвинуть нижний камень, и путь свободен. Давайте все вместе, ребята. Ведь вместе мы сила. Отлично сказано. Друзья, спасибо вам. В пещере я не мог разогнаться, чтобы столкнуть камни. Уже и не знал, что делать. Теперь ты свободен. Плыви, обрадуй маму. Она волнуется. Спасибо тебе, маленький дельфин Тёмик. Я не забуду твоей доброты. Тётя Кит была очень счастлива возвращению китёнка. А Тёмик, увидев радость в глазах китов, в очередной раз убедился, что добрые дела рождают счастье.